В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Сакмарского отдела полиции задержан местный житель в возрасте 58 лет, которого подозревают в хранении боеприпасов. Оперативникам было установлено, что житель села Сакмар в своем домовладении незаконно хранил патроны калибра 5,6 мм. Согласно исследованию, патроны пригодны для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.